Возможно, сейчас тот отбывает наказание в тюрьме за убийство человека, который и так бы умер на следующий день. Если мы и правда живем в симуляции, то магия, возможно, существовала раньше, а разрабы просто ее выпилили. Где-то в мире есть человек, в памяти которого есть ты, и он время от времени про тебя вспоминает. Когда вы пишете человеку, есть большой шанс, что вы отвлекаете его от просмотра порно.